очень плохо. Держись! Эй! Они догоняют! Да я знаю, знаю! Так жми! Прости, Сэм, но быстрее я уже не могу. Господи, охренеть! Гони к острову! Я их задержу! Ну что нам с тобой делать? Наверняка сам устал от нотации, я устала их читать. Вот теперь просидишь тут выходные со мной, а все поехали развлекаться. Мне плевать. Да, в этом-то вся и беда. Не понимаю, почему только я наказываю? Потому что драку начал ты. Он отнял мою книжку. Просила же не носить ее с собой. Так что сам виноват. Он не имел права ее отнимать. А ты имел право сразу махать кулаками? Дело не только в книжке. А в чем еще?
ни в чем. На исповеди скажу. Что бы я ни делала, ты упорно хочешь пойти по стопам своего бедного непутевого брата. Смотреть больно. Сэм! Вижу. А, полезли наверх. Не, скользко. Задача помогать таким мальчикам. Что, обделяя вниманием десяток других подмалеков? Что вы хотите от меня? Вы сами знаете. Нет, я пока не готов сдаться. Этого не избежать. Вот что, я поговорю с ним. Хорошо? Доброй ночи, отец. Доброй ночи, сестра. Надо к тому окну. Ну давай, двигай, сестра.
Давай! Никогда нельзя расслабляться. Ладно. Рад тебя видеть, братишка. Что это? Да ладно, опять? Ерунда. Ты обещал не лезть на рожон. Он говорил про нас гадости. И? Сказал, что папа нас бросил, потому что мы тупые, а мама в аду, потому что... Нейт, ну брось ты, тебя дразнят, потому что ты ведешься. Ясно? Ты обращай все в шутку. Ты бы врезал. Ты меня слушай, не повторяй за мной. Вот. А то простынешь. Ну? Так зачем ты сюда залез-то? Если монашки увидят, вызовут копов. У меня для тебя сюрприз. Рождества, что ли, ждать? Какой? Он снаружи. А говорил мне лезть на рожон. Сделаем исключение. Ну-ну. Так, вот это прыжок. Давай, хватай. Ничего себе, ты легкий. Тебя что, там не кормят? Как-то тут пусто. Где вообще все? На экскурсии. О, это я помню. Как поживает отец Даффи? Он там один нормальный. Навестил бы его. Да ну, еще начнет давить на совесть. Легкотня. Давай. Черт. Захлопнулась. Я вроде... Я камушком придавил. Ну и пускай, мы с тобой поверху пойдем. Поверху? Сейчас увидишь. Ну, смотри. Воу. Теперь идем поверху. А ты умеешь? Ну, раз или два. Ну, давай. Теперь ты. А ты чем занимаешься? Так, работаю. А как девушка? Какая? А, Кристал. Ну, мы то вместе, то не вместе. Вот сейчас не вместе. Поменьше думай! Ты сможешь!
держу. Видал? Расплюнуть. Да. Ерунда. Не отставай. Ну, клево же. Ага, еще как. Сюда. Я сейчас. Теперь прыгаем. Ага. Это ведь не грех, по-моему, грех. Готов, Тарзан? Ага. Ну, вперед. Забирайся на колокольню. Не запрыгну. Ну, так и войди. Красивый вид, а? Да. Неплохо. Ты уже залезал на крышу? Вот конкретно на эту? Нет. Ну, ты знаешь, как забраться, да? В общих чертах. Иди тут. Смотри и учись. Ну, прыгай. Ага. Ну, конечно. Так, иди за мной. А знаешь что? Давай-ка теперь ты. Серьезно? Да, серьезно. А я за тобой. Молодец, что? Нейтан. Попробуем. Так. Ладно. После тебя. Вот и все. Мы удрали. Ага. Посмотри, а? 250 кубов? Да ты что, смеешься? А 500 кубов не хочешь? Двухцилиндровый. Да ладно. Угу. Где спер? Эй, обижаешь. Видишь ли, братец, чтоб ты знал, я изменился. Купил на свои кровные. Давай, садись. Что? А, решил устроить мне праздник. Что, совесть нечиста? Знаешь, ты у меня чересчур умный. Ладно. У меня работа. Хорошая. Но есть один нюанс. Надо уехать ненадолго. Это на сколько?
Ну, на год. Не больше, я быстро вернусь, соскучиться не успеешь. Бросаешь меня. Да ладно, не надо драмы. Тебе что, мало меня в приюте бросить? Как ты можешь так поступать? Да я для тебя стараюсь. Зарабатываю для нас обоих. Через пару лет что? Ты выйдешь через и... пару лет? Я хочу с тобой. Я едва концы с концами свожу. Заработаем. Понимаю, приют тебя бесит. Ты не понимаешь. Но пока тебе там будет лучше. Понимаешь? Просто поверь мне. Нечестно. Эй, жизнь вообще штука нечестная. Но мы справляемся. Так? Так. Но байк не единственный мой сюрприз. Видать, второй придется испортить. Что? Я нашел мамины вещи. То, что продал отец, я нашел покупателя. Если ты врешь, чтобы я не злился... Нет, клянусь. Где? Хм, на том конце города. Как тебе идея их забрать? То есть украсть? Брось, какая же это кража, если вещи наши? Боюсь, копы могут не согласиться. А мы не будем попадаться. Ну, готов? О, да. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Меня так просто не возьмешь, приятель. Acabemos con esto. Давай. Esto va a ser divertido. Patealo. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? Vuelve ahí. Esto va a ser divertido. Vuelve ahí. A ver cómo te sales de esta, cara. ¡Vuelve ahí! No, ¿qué tal esto? ¡Gánenmelo! ¡Lucha como un hombre! No. Ты напросился. ¡Puedes hacerlo! ¡Toma esto, pendejo! ¡Vuelve ahí! ¡Tú lo... ¡Ya lo tienes! ¡Toma! Esto es por meterte con nosotros. ¡Rompen el cráneo, amigo! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Sí, Gustavo! ¡No vaya, amigo! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Rómpele la cara! ¡Ya basta! Basta, idiotas! ¡Suéltame! Да мы и не дрались. Правда, дружок? Вы мотай, гринго, коме мерда. Ты звони, когда подрастешь, помутузимся. Ты будешь кастрировать по лькулу? В одиночку. Увести! Ты его ставишь пиранду аки, э? Открой. Да ладно. И сколько мне здесь теперь торчать? А? Туалет-то где? Перед тобой. Удачи. Ага. Gracias. Давай. Черт, а мне ведь такой сон снялся. Эй, эй, эй! Ладно, полегче. Ладно.